Клоун Хаус представляет. Всем привет, друзья! Это снова я, Клоун Маси, и мы сегодня поиграем в игру Cat Barop. Да, вот такая вот игра. Там главный персонаж ом-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас вы все увидите, вы и так, наверное, уже все знаете. Нажимаем играть. Что уж тут откладывать. Сезон 1, картонная коробка. Все, поехали. Так, вот, нам показывают. Нужно перерезать веревочку, чтобы вот эта сладкая конфета собрала 3 звезды и упала прямо в рот. Ом-ням-ням. Опа. Готово. Тик. Дальше отправляемся. Тири-тири-ти-ти. Ага, вот, написано, старайтесь собрать как можно больше звезд. Сейчас соберем. Итак, у нас есть 3 веревочки. Начнем их резать. Тик. И теперь вот это. Опа. Легкотня для нас. Дальше. Ага, тут уже не так все просто. Так, ой. А, я не собрал одну звездочку. Попробуем еще разок. И нажмем вот сюда. Здесь, потом здесь. И готово. Вот так-то. Так-то лучше. Продолжим. Ага, тут уже, смотрите, целый крест. Так, если мы вот так сделаем. Опа. И вот здесь порежем. Все. Никто у нас не останется голодным. Продолжим. Ага. Мыльный пузырь поднимает леденец вверх. Давайте попробуем. Вот. Так. Ага. Пузырь можно лопнуть. Нажимаем. Готово. Продолжаем. Не давайте леденцу вылететь за пределы коробки. Так, ага, хорошо. Значит, мы делаем вот так. И готово. Вот такие игры я люблю. Ого. Так, наверное, вот... Нет, не сюда разве? Так, а теперь какую нужно... Наверное, вот надо вот эту порезать и вот так. Раз, два, и... Оп. Прости, ом-ном-ном. Я немножко перепутал. Так, вот это тоже порежем. Еще разок. Раз, два, и... Оп! Опять мимо! Так. Пробуем еще разок. Оп. И... Оп. Получилось! Супер! Отправляемся на следующий уровень. Так. Ага. Вы можете перезапустить уровень, нажав на кнопку вот, вот эту. Хорошо. Так. И... Так, ладно. А как мне попасть? Как мне взять вот эту вот, интересно? Ну-ка, стойте, давайте перезапустим уровень. Вам нравится? Да, нам... Ой, я хотел нажать «да», набирал «нет». Так. И рвем. А, все, я понял. Надо с другой стороны. Вот так вот надо порвать. Раз. Вот, все. Теперь готово. Оп-оп. И... Ам. Вот так. Так. Что тут у нас? Ага. Давайте вот этот. Ой. 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 Еще разок. Так. Ага. Вот так и... Отлично! Получилось! Продолжим. Так, автоверевки появляются, когда леденец попадает в их радиус. Ого, ну-ка. О-о-о. Готово. Я люблю, когда легко. Так, теперь нам нужно... Так, как... Я правильно сделал? Так. Оп. А как же... А как мне вот сюда попасть? Подождите-ка. Ну, режем вот эту веревку, правильно? Если мы режем вот эту веревку, то у нас ничего не получается. Так, что там сюда? И все. Подождите. А как нам пройти? Ничего себе, уровни пошли сразу так сложные. Уа! А, вот оно как. Все, теперь понятно. Значит, мы делаем вот так, режем сюда. Нет, еще разок. Режем. И... Опа! Готово! Отлично! Наверное, крикнул громко очень. Простите. Хе-хе.
следующий уровень. О, натянутые веревки становятся красными. Это, наверное, как пружина, что ли? Пью! Точно, как пружина. Пью. Так, и... Раз, два, лови! Получилось. Так, дальше. Ага, так. Кажется, я что-то не то сделал. Ой, прости, мы потеряли леденец. Так. Пук. Тоже не то. Как же нам поступить? Ага, так. Ой, 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 ой. Ну да. Не очень получилось, согласен. Нет, наверное, надо все-таки вот, вот на первый попасть. Давайте еще раз попробуем. И раз. Готово. Лопаем пузырик. Отлично. И... Все. Прошли. Следующий уровень. О, суперсилы Ам-няма помогут вам передвинуть леденец и получить скрытую звезду. Ого, круто. Так, и что делаем? Коснитесь любого места экрана, чтобы создать поле телекинеза для леденца. О, ну, допустим... О, ничего себе! Я... Ну, так это... Стой, 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 стой! Давай! Давай, ну уже! Ура! Еле-еле! Так у тебя, оказывается, телекинез есть! Зачем тебе вот это... Вот это вот, моя помощь! Ого! Ничего себе тут! Ну, давайте попробуем. Так. Ой, надо было вовремя нажимать, ясно? Еще разок. И тут надо вовремя веревки резать, смотрите. Хоп, 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 хоп. Вот так. Готово. Та-ра-та-там. Так, о, не дайте леденцу разбиться о шипы. Еще и шипы добавились. Допустим. И раз. Так. Все, леденец целый. Ам-ням-ням, сытый. Так, давайте нарежем вот эту. Ага. Так, а теперь как же мне так обрезать так красиво? Вот так, что ли? Нет, не так. Ладно, еще разок. Может, вот эту порезать? И вот эту. А, нет, не попал. Давайте еще разочек. Так, собрали. Теперь мне нужно вот это порезать. И ее так вот. И сейчас. Готово. Получилось. Так, отправляемся. Здесь отрежем вот эту веревочку. И вот эту. Так, а здесь я, наверное, вот эту. И вот эту. Все, прошли. Так, следующий уровень у нас 19-й. Стойте, я не успел. Подождите, я же не успел. Давайте еще разок. Так, порежем здесь. Аккуратненько. Опа, получилось. И не такой уж оказался сложный уровень. О, вы можете намагнитить звезды. Давайте попробуем сделать это. Давайте. Так, теперь звезды будут притягиваться к леденцу. Ничего себе. Ладно, и что дальше? Ну, допустим, шук. Так, и что дальше-то делать? А-а-а. Ну, это нам неинтересно. Мы сами можем прийти. Без всяких там магнитов. Так. Режем вот этот, этот. Кажется, я неправильно сделал что-то, да? Точно. Да. Давайте заново. Отрежем вот эти. Нет. Еще разочек, пожалуйста. Да нет же. Хотя почти. Так. Давайте хорошо подумаем. Режем вот этот. Берем. Все правильно. Так. Если мы отрежем вот этот, то что нужно? Теперь нам нужно, знаете, что сделать? Нужно вот так вот раз, раз, опа, и все. Да-да-да, получай свой вкусный леденец. Отлично, продолжим. Так, ого, тут шипы, смотрите, летают в коробке. Ну, давайте пробовать. Так. А как же этот забрать тогда? Ну, допустим, я сделаю вот так. Хлопаю. И я...
Ну, у меня же не получилось взять вот эту звезду. Давайте еще раз пробовать. А, может быть, нужно лопнуть сразу же? Смотрите. Вот так. Раз. Хоп. Точно, точно. Все, я понял. Так, сейчас вот эти штучки уедут. И раз. Готово. Держим. И ам. Все. Получилось. Так, ом-ном-ном. Какой же ты прожорливый, столько любишь сладкого кушать. Так. Ой-ой-ой, почти лопнул леденец. Так, и вот этот. А, готово. Раз, два, три. Ага, иногда нужно действовать быстро. Да куда уж быстрее-то. Что, настолько быстро? Ладно, давайте еще пробовать. Получается, если я порву вот этот, то не получится ничего. Я! Я не успеваю. Нет, не в эту сторону. Так. Их, правда, нужно действовать быстро. Я не успеваю еще разок. Мимо. А тут ты чего? Надо было ловить. О, получилось. Так. И раз. Готово. Подождите. А? Может быть, так сделать надо? Точно. Ой. Все гораздо проще оказалось, чем я думал. Продолжаем. О! Все! Мы прошли целую коробку! Мы прошли с вами целую картонную коробку. Ну, это мы с вами молодцы, ребятки! Как эта быстрая игра пролетела. Время так раз-раз-раз и уже все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам так нравится эта игра, то я обязательно сыграю в другой сезон. До скорых встреч, пока-пока! Бу-би-бу-би-бу-би-ду.